короче получается. Пойдем глянем. Получается дверь. А, потолочка. Я уже начал делать. Вот это кедр широкий, вот это ольха. Два уровня потолка получается. Подсветочка будет, карите. Вот они, глазки торчат. Чик, ну и на потолке тоже будет. Вот это подключение печи. Печи еще нету. Плитки тоже нету. Ну и можжевельник будет по бокам. Увидите потом. Вот подключение. Вот так вот пока все выглядит. Лампочка мешает. Но здесь вот будет вентиляшка. Вот этот вот короб из кирпича, он там получается. Здесь вентиляция. Постоянка. Здесь винт-клапан. Туда на улицу. Вот так что сделал. Ну что, глянем, что я сделал. Процесс, в принципе, к завершению движется. Вот так вот дверь установил. Здесь будет еще доборик. Очень высоко дверь сделали. Вырезали ребята. Вот, печь так еще и не привезли. Короче, вот такие. На таких вот столбиках. Вот так вот. Пока в таком. Пока в таком ключе. Еще будет нижний переступ. Тоже вот так вот пойдет. И в принципе все. Печь так и не привезли мне с плиткой вместе. Ждем с. Привет. Ну что, глянем, что я сделал. Осталось чуть-чуть прям сделать. Дверь. Так, дверь, здесь будет выключатель. Это пульт. Пульт управления на печь тила. Вот печь тила еще не поставил. Снимаю так заранее. Поставлю, еще сниму. Вагоночка ольха. Полки. Термообаш и ольха тоже. Там он лента. Термостойкую зарядил. А вот потолочек. Карите. Ну, печная зона. Здесь печь будет стоять. Сейчас буду ставить. Подключать. Ну, как-то так пока. Да, еще осталось помазать маслом. Все, вот эти палки маслом все пройду. Привет! Вот и финальный аккорд сауны. Посмотрим, пойдем. Вот, короче, пультец такой. Сейчас нажимаем сразу же. Печь тиловская, шведская. Вот, заработала. Сейчас в сауне 22 градуса. В принципе, сейчас будет нагреваться. Ну, уже нагревается. Дверца такая. Вот. Да, тут свет. Видите, вот сейчас свет горит.
везде. Тут, тут, вот здесь вот около печной зоны. Тут сделал, ну и вообще не сделал, есть возможность, то есть свет отключать. Вот видите, отключил. Также с печки включается она. Вот включилась с печки. Эй, фокус, ты куда пропал? О, появился фокус. Ну что, пройдем, посмотрим. Трапики постелил. Везде вокруг печи. Везде. Подсветочку. Термостойка. СВГшная. Не реклама. Ни печи, ни подсветки. Просто говорю, что ставлю. Потолочек из кедра, все вообще из ольхи, даже полки из ольхи и термоамбаш. А в потолке, вот видите, белое, черное, это кедр канадский. Вот сейчас печь заработала. Камни кварцит. Булыжники мелкие снизу между тенами лежат. Булыжники вот остались, я просто сверху положил. Здесь вот брошюрка. Ну, это Тила дает. Подарок, что ли, так. Вот, вот здесь вот парогенератор, куда наливаешь воду. Там воды, конечно, не видно. Принцип работы с парогенератором у нее такой. То есть сейчас она нагревает примерно до градусов 50. Один тен, их всего 3 тена. Один тен у нее отключается для сбережения энергии. Два остаются работать и подключается тот тен на парогенератор. Ну и все, и пошел пар. То есть начинает увлажняться. Но это при наличии, если у вас включено на пульте, так ничего не будет происходить. Если у вас включена на пульте вот эта капелька. Опять фокус. Вот эта вот капелька включена. Вот я ее включил. То есть после 50 нагрева, вот уже 2 градуса нагнала, включится тен парогенератора. Ну а так, в принципе, вот вся работа. Вот печную зону сделал вот так вот. То есть плиточка змеевик и по краям можжевельник сделал. По краям можжевельничка. Светильнички улей. Ну, как всегда, раскладочка змейкой здесь у меня. С полками, с рисунком заморачиваться не стал. Все по-простому обговорили. Говорит, не. Все как простенько, но со вкусом. Я думаю, неплохо. Вот она, печь тиловская. Печная зона. Подсветка карите. Точечная подсветка. Тут темновато. То есть вот здесь вент. Здесь была шахта кирпичная. Там он постоянка, как обычно, сделана. Шахта и вент-клапан. Извиняюсь за качество. Тут, ну, такое притемненное, конечно. Такая атмосфера притемненная, и поэтому снимает так. Кстати, вот датчик. Термодатчик. Печь регулирует. Опять фокус пропал. Ну, полки уже помазал. То есть вот такие полки. Да, некоторые, может, подумают, что это за шланг такой интересный сбоку. Это, опять же говорю, от парогенератора туда наливается водичка, да. Если вам перелили
Ну, если перелили, у вас датчик сработает. А так, если вам надо слить, там у кого зимой, то есть сауна не отапливается, естественно, там воду оставлять нельзя. Поэтому берешь шланчик, выдираешь и сливаешь. То есть он прямо в бачке там сделан. Сливаешь воду. Все. Ну, либо чистенькую залил. Столбики. Столбики сам делал, рубил, брошировал. Они везде. Ну, она такая получилась у меня. Как бы парящие полки. То есть в середине. Здесь вообще, ну, стоек нету. Делал так вот. Сотый брус. Как раньше наши деды делали. Зарубался в одном, зарубался во втором. Клал. То есть не то, что как некоторые берут, просто примыкают и прикручивают. Там уголками что-то скручивают. Того гляди, не знаю, там болт лопнет и все отвалится. Я зарубался. В одном брусе зарубался, во втором брусе зарубался. Это все ложил. Вот на эти стоечки ложил. Почему у меня боковые присутствуют. Вот, в стену не стал делать, потому что тут, в принципе, как хамам получается. Парить будет хорошо, и полностью пытался все прогерметить. Ну, не прогерметить, а проклеить скотчем алюминиевым. Все-все-все, чтобы ни одной, ни единой дырочки не было. Вот, поэтому не стал делать парящие полки туда в стену, зарубаться. Потому что как бы лишнее там отверстие, дырка. Ну, не знаю, это мои заморочки. Короче, все равно по бокам сделал ножки. А середина подвесная такая получилась. Вот. Повторяюсь, зарубался. То есть тут вообще хоть 10 человек вставай, ничего не будет. Но тут уже жарко становится. Печь включил, работает. То есть вот так вот. Вот так вот. Все в принципе. Ой, извиняюсь. Все в принципе.